5 лет у меня появился компьютер, и меня это так сильно затянуло. Последние 10 лет я очень плотно так увлекаюсь компьютерными играми. Маме это не нравилось, потому что я 24/7 играл в компьютер. Она постоянно меня ругала, кричала мне играть в компьютер, но я находил лазейки, там искал провод. Ну и в любом случае играл в него. Живя в Хабаровске, ты не думаешь, что где-то здесь можно научиться создавать игры. Это можно делать где-то в больших городах, в Москве, в Питере. А потом в Хабаровске открылся первый IT-клуб, моя мама туда меня отправила. Сегодня вы доделываете свои проекты, вы их билдите. Когда ты пишешь код сам, и он получается, ты чувствуешь, что ты добился какой-то ступеньки, которую не достиг никто. То есть ты написал сам его, и он работает. Я разработал более 30-40 игр. Одна из них есть на моем телефоне. Игра, в которой нужно мыть посуду. За мытье посуды ты получаешь деньги, за которые можно покупать губки. Чем лучше губка, тем быстрее она моет посуду. Делая прототипы, ты можешь быть кем угодно. Ты можешь и писать код, и быть моделером, и быть художником. Все главное зависит от твоего желания и от того, что тебе больше по душе. Я мечтаю разработать самую большую игру на Дальнем Востоке. Национальные проекты России. Сильный Хабаровский край. Сильная Россия.